Партнер проекта «Банк Урал-ФД». Розничный бренд «Клюква». Добрый день. Эксперты аналитического центра «Медиана» выяснили, какую недвижимость можно приобрести, располагая 2 миллионами рублей в Сочи, Екатеринбурге и Перми. Сначала Сочи. Этих денег хватит на квартиру в одном из старых районов Сочи – Кудепста, Хоста или Мацеста. Это может быть однокомнатная или двухкомнатная квартира на вторичном рынке площадью 30-40 квадратных метров со средним ремонтом. Рельеф местности здесь незначительно гористый. В Екатеринбурге за эти деньги уже можно найти квартиры с отделкой, квартиры на последней стадии строительства, а также квартиры на вторичном рынке с хорошим ремонтом. Например, это новостройка. Квартира-студия стандартная площадью 30-35 квадратных метров с отделкой от застройщиков, прилегающих к городу районах. Например, микрорайон Кольцово вблизи аэропорта. За эту сумму возможно найти и однокомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров в монолитном доме, расположенном вблизи аэропорта. На вторичном рынке в данном диапазоне возможно приобрести однокомнатную или двухкомнатную квартиру в домах старого жилого фонда в районе Вторчермета, Химмаша или Эльмаша. Новостройки в Перми от 2 миллионов рублей будут иметь площадь 35-40 квадратных метров в районах средней удаленности – Мотовильхинском, Свердловском и Индустриальном. Также среди новостроек можно найти двухкомнатные квартиры площадью 40-50 квадратных метров, но они будут располагаться в отдаленных районах города – Орджоникидзевском и Кировском. Это правило денег.